Канал ВО с Юлией Ковальчук. Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня приготовлю вкусную намазку на хлеб. Начинаю готовить. Половинку большого яблока очищаю от кожуры и семян и нарезаю небольшим кубиком. Сбрызгиваю яблоко, чтобы не потемнело, соком лимона. Лук нарезаю мелким кубиком. Чтобы убрать из лука горечь, заливаю его на 10 минут кипятком. Нарезаю мелко укроп. Филе сельди нарезаю мелким кубиком. Через 10 минут убираю воду из лука. Соединяю все ингредиенты намазки, солю, перчу по вкусу и хорошо все перемешиваю. Выкладываю на хлеб намазку и украшаю зеленью, кусочком лимона и яблока. Я надеюсь, что эти необычные бутерброды понравятся всем. Вкусным сочетанием сельди, лука, яблока, зелени, сметаны и черного хлеба. Приятного вам аппетита и удачи в приготовлении всех ваших блюд. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. До новых кулинарных встреч!